И мы начинаем новый эпизод. Эй, в этот раз не видел тебя. Пассажиры просто исчезли из самолета. Это звучит для тебя разумно? Или возможно? Невозможно. Ты что тут делаешь, а? Этот плейн разобьемся. Ты смеялся над моим стеклянным глазом, да? Пусти его. Он исчез? Испарился? Никогда со мной снова не говори. В этот раз я сломаю больше, чем часы. Проклятие. Дэвид. Это история о мужчине с очень странной судьбой. Эй, смотри. Похоже, что у меня выросли крылья. Но это все мы уже с вами видели. Ну, нам должны же были перед вторым эпизодом показать, что же было в первом. Эпизод второй, 4 подозреваемых. Все та же совушка-сова. И Microsoft не забывает о себе. Давай, 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 давай. Просыпайся. Ты кто такой, мистер? Hey, mister, who are you? Ты кто такой? Я Дэвид Янг. А ты кто? Дэвид? Ты Дэвид? Давай там поиграем с чем-то. С чем-то, я не понял, с чем. Блин, я не очень понимаю, если я планирую разбивать по эпизодам, почему нельзя было сделать это... Выход эпизодов разграничить. Или зачем тогда, если выпускать целую игру сразу... разбивать ее на эпизоды. Мистер, are you really... А вы правда Дэвид Янг? You don't look like what I imagined. Вы не такой, как я представляла. Really cool. Я думал, вы очень круто выглядите. Почему у вас такая борода? Она пугает. Или она страшненькая? И что ты там смотришь? Чего ты смотришь? Ладно, пойдемте вперед. Я могу повернуться, да? Я же видел здесь то, что можно схватить. Шарик улетел. Холодно, наверное, да? В рубашонке-то.
Собираем, собираем. Все, что плохо здесь лежит. А что нового она нам не скажет? Может, скажет. Вы знаете, я почти один раз умерла. Однажды. Можете в это померить? Я стоял на льду, и он начал трещать. Мне так было страшно. Но мои два папа, мои двое отцов меня спасли. Мои замечательные отцы. У них, у нее целых два, у нее целых два, целых двое отцов. Боже мой, у меня что-то, какие-то проблемы с русским языком. Даже утки замерзли, к чертовой матери. А что вы здесь делаете, Дэвид? Я кое-что ищу. Что-то? Да, что-то. А что именно? Знак, который позволит мне встретить кого-то особенного. Знак? И на что он похож? А я не знаю. А что ты должен делать, чтобы найти его? Я должен изменить прошлое. А ты не можешь изменить прошлое, Дэвид. Ты не можешь изменить прошлое. Ты же знаешь это, не так ли? Нет, я могу это сделать. И я изменю его. Время всегда двигается в будущее. Всегда было так. Ты не можешь изменить прошлое. Ты должен просто его принять. Я принадлежу прошлому. Я мертва, Дэвид. Нет. Я мертва, я мертва, я мертва, я мертва. Я мертва, 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 я мертва. Нет! И мы снова очухиваемся в этой самой ванной, в той самой, которую мы начинали. Когда я плаваю в прошлое, скольжу и засыпаю, я очухиваюсь здесь. Обязательно надо директора выделить в конце. Какие загрузки в Next Gen? О чем вы говорите? Боже мой. Тедди. Тедди? Тедди, где ты? Ой, боже Тедди. Мой. Зачем она сидит на телевизоре? Она спит на телевизоре, сидя. Сейчас реально поздно. Это принадлежит тому человеку, который меня атаковал на борту самолета. Это же от очков, да? Это указывает только на одного подозреваемого. Но если он реально использовал электрошокер... Это нехорошо. Ноутбук. Это его ноутбук. Что же в нем там такого интересного? Murders related to real blood. Боже мой. Опять какие-то завязки с этой самой real blood, с этим наркотиком.
Включи Ди. Клэм Чаудер, спектакль Грасс Шоппер. Клэм Чаудер. Why does he even bother with a password? А зачем тогда вообще здесь нужен пароль? He's using geographical profiling. Он использует какие-то географические отметки или что-то такое. The Oldman Clinical Research Lab, this apartment, and the house little Peggy grew up in. Teddy, just what the hell are you investigating? Что же ты расследуешь? Какого черта? Такой, как в хорошем сериале, такая составочка. В главных ролях Дэвид Янг, Форест Кайсон, или Кейсон, Оливия Джонс, Антонио Рэббит Гонзалес, Филипп Чейни, Дерек Боучмен, Литл Пегги, Пегги Янг. D4. Dark dreams don't die. Now loading снова. Какой ужас. Еда готова. Доброе утро. Good morning, David. Доброе утро, Дэвид. Don't push yourself too hard. Не дави на себя так тяжело. Бекончик, вафельки. О, какая прелесть. Я бы не отказался сам. Ну как там дело продвигается? Все моментосы, они исчезли. Кто-то атаковал меня. В смысле атаковал? Похоже на электричество было. Возможно, электрошокер вырубил меня нафиг. Мы к первой главе возвращаемся, да? Нет, у меня вот это есть. Это не намного поможет. Это линза из каких-то солнечных очков. И что это означает? Скажи мне, Тедди, а федеральные маршалы используют эти самые электрошокеры? А почему он говорит, использует? Он же старой закалки там такой весь. Могу я тебя кое-что спросить, Тедди? А где ты был прошлой ночью, а? А тут кто-то был вообще? Вот, давайте это спросим. Был ли тут кто-нибудь? Кто-нибудь прошлой ночью приходил? А ты что взял? Аманда спала на телевизоре. Она искала новых людей. А, она стесняется новых людей. Информатор по новому делу. Не делай это лицо, Дэвид. Я извиняюсь, что его сюда пригласил. Прости меня, ладно? Забудьте об этом, ладно?
Прямо сейчас тебе нужно сконцентрироваться на исчезнувшем курьере. Это ведет нас к Ди. Это то, что мне... Мой... То, что мой дар сказал мне. Мой дар детектива, а не пивной дар. Так, ну что, нам недвусмысленно намекнули на... На мячик, который у ней в руках был. Так, леденцы, леденцы надо взять. Стамин-то не восстанавливается, кстати. Так, если разобраться. Так что надо все съедать. Кофе помогает восстановить зрение. Горячий кофе вообще помогает. Не та кнопка. Письмо с... О, печенька. Печеньки с предсказаниями, что ли? Еще одно можно? Блин, а это, между прочим, все... Все стаминка. Понятно. Тратим попусту мое время. Ни к чему нам это. Пойдемте перекусим. Я думал, это можно съесть на самом деле. Нужно посмотреть, что у нас в холодильничке. И перекусить. Еще одно кофе. Так, а это нельзя съесть? Там целая курица! Что же нам мешает? Их. Кстати, довольно много установит это, я думаю. 47. Я бы пивом запил еще. А, это восстановило нам. Это восстановило нам этот визор наш, любимый, дорогой. Вот еще и еда. Здесь ничего нет. Можно выпить, конечно. Сделано в Мексике. Удалось. И громко поставить на стол. Эти часы. Really, ты одеваешь их каждый день. Я купил эти часы с моего первого заработка. Ты сказал, что это сокровище навсегда. На удачу. Ты вернешься ко мне в целости, мой Дэвид. Ладно, пойдемте к нашей дорогуше. Еще одна записка здесь. Письмо номер 6. Я пропустил довольно много писем, хочу я сказать вам. А это все достижение тем временем. Посылка. Посылки не было. Какое-то особенное мне дают.
Видимо, дали новую пластинку. Особенный лут. Еще одна записка. И это все ее воспоминания, между прочим. Давайте поговорим с нашей кошечкой. Эй, Аманда. Аманда, откуда у тебя этот мячик? А почему ты не хочешь? Ха-ха-ха-ха. Потеряла мячик. Тот самый мячик с самолета. Аманда, давай поскачем немножко с тобой. Вот зараза маленькая дрянь, а. Кошки не все такие. Заканчивай с этим, будь хорошей девочкой, отдай. С ума сойти. А ну подожди. О, черт! Как же так? Зато я закусил вафелькой. Ты не можешь от меня прятаться. Успел? 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 Надо молчать, в общем. Перекуси. Недостаточно соли. Хорошая девочка. Стой спокойно. Что у тебя на голове, в общем, лифчик? С ума сойти. Нет. А! Блин. Ты что, издеваешься? Заканчивай. Нет! Хватит бросать вещи. Хватит бросать вещи. О! Спокуха! Ты хочешь уничтожить? Может, ты можешь помочь мне вообще-то, чувак? Ты же можешь мне помочь? Ага! За что? Давай сейчас, Тедди. Это конец, Аманда. Отдай мне мяч. О, нет. Я так не думаю. Фу. Тедди. This is a memento. A memento. Это моменто. Бейсбольный мячик. Как это так? Anyway? Как это может быть уликой в любом случае? Потому что я видел это в прошлом и взаимодействовал с этим. Я изменил этот мяч в моменто. Возможно, я на самом деле могу изменить прошлое. Сейчас будем перезагружать прошлое будем, потому что у меня есть связь с Литл Пегги. В общем, нам нужно нырнуть будет в прошлое снова, но мы сделаем это в следующей части.